Привет, меня зовут Аня. Мне 36 лет. Я живу в Украине. Я хотела бы прочесть вам несколько абзацев из своей книги. Насколько все прекрасно. Прекрасно в простоте. Нет, не нравится мне на данный момент слово «прекрасно». Пусть будет лучше вместо него «хорошо». Так вот, насколько все хорошо. Хорошо ощущать стабильность после пропасти. Ты в ней поначалу тонешь, а далее выныриваешь, а после боишься, что снова затянет. Живешь в страхе. Далее опять тонешь и опять выныриваешь. Привыкаешь и перестаешь бояться. Перестаешь каяться, но не верить. Если ты дитя чудес, то верить уже никогда не перестанешь. Ты веришь в любовь. Она прекрасна. Здесь прекрасно, уместно. Кто ты такая для меня? Как пустыня за спиной. Первое впечатление после всего. И когда кажется во сне, что простила, и просыпаешься блаженным духом, с мыслью о лучшем, задаешься вскоре вопросом, а за что прощать? Не тебе и не мне прощать нас. Не тебе и не мне уже думать о нас. Я тебе пишу письмо, но вовсе не плачу, когда пишу его. Я не знаю, как плакать за сердце, которое держало меня под собой 9 месяцев. Почему вообще мама любит свое чадо только за то, что оно пробыло под ее сердцем выше упомянутый термин? Почему отец пытается заслужить эту самую любовь всю свою жизнь? И, допустим, 20 лет совместной жизни ребенка и отца могут равняться все тем же 9 месяцам. Мне не понять этого, ведь всю свою жизнь я буду стараться заслужить чью-то любовь, пусть даже самую небольшую. Одним все, а другим боль. А после вы жалуетесь на полученное и не верите в приобретенное. Как мало нам всем нужно для этой жизни. Просто поменяться ролями. Но здесь и становится интересно, не стану ли я такой, как вы, а вы такими, как я. И я начну гоняться за вашими идеалами, а вы за моей мечтой. Меня зовут Аня, у меня есть мечта. Я хочу сыграть в кино о любви, как настоящая актриса. Для этого я напишу свою любовь и сыграю в ней.